Первый раз я увидел человека, который работает с глиной в поселке Мизмай Краснодарского края. А вот я тогда только-только уехал из Москвы и искал какой-то для себя более интересной, лучшей жизни. Начал все подряд пробовать и начал там с деревообработки. А потом, когда переехал в Омскую область, уже познакомился непосредственно с первым гончаром. Мне всегда нравилось лепить в детском саду. Решил слепить посуду себе домой. И пошло-поехало. В 2014 году, когда мы с моей женой, невестой на тот момент, заехали в собственное жилье в Белокурихе, я ей задал простой вопрос. Я говорю: «Кать, я хочу уволиться и больше не работать ни на кого, заниматься только керамикой. Ты как?» Я за квартиру рассчитался, 4000 рублей у меня в кармане. «Делаем?» Она сказала: «Делаем, все». С тех пор мы как бы в одной команде, и мы делаем это вместе. И половина моих заслуг – это и ее заслуг, может быть, даже больше. У нас трое детей, они живут среди этого, они видят точно таких же сумасшедших людей, как я. Они постоянно находятся в каких-то арт-пространствах, они постоянно то с музыкантами, то с художниками, со всеми моими приятелями. Берут в руки глину, она для них родная. Недавно я проектировал росписи у себя дома, дочь села рядом, старшая, и нарисовала 7 листов таких же росписей, как я. Последняя ее работа – это была выставка работ, стояли подиумы, на ней нарисованы вазы, и эти вазы были расписаны. Лиза 5 лет. Я горжусь этим, я счастлив, что так происходит. Неважно, кем они будут, неважно, будут ли они вообще иметь отношение к искусству или к керамике. Важно, что они здесь сейчас развиваются, и нас это связывает. Керамика – это часть жизни, причем очень близкая. Мы ее трогаем, видим, касаемся губами. И это очень близкая вещь, пожалуй, даже более интимная, чем украшения какие-то. Поэтому тема глубоко в мою жизнь вошла, и я вижу у людей отклик. И, пожалуй, что вот эта профессия, это ремесло, это единственное, что дало мне возможность жить честно и зарабатывать себе на жизнь, на хлеб и развиваться, иметь неограниченное поле деятельности, неограниченные способы собственной реализации. В первую очередь гончар – это производитель посуды. Он может сделать быстро, много, качественно и принести реальную пользу. Этим нужно заниматься, интересно заниматься. В этом хорошие деньги сейчас. Но из этого вырастаешь. Из этого вырастаешь и хочешь делать что-то на грани. И это тот самый переход, когда ты от ремесла переходишь в область искусства. А вырасти можно просто, идя по одному пути, по пути собственной художественной реализации. То есть самое главное – ставить сверху задачи. То есть работать всегда на пределе, ставить перед собой, то есть идти туда, где ты еще не был, такую неизведанную территорию. В технологиях, в форме, в композиции, в подаче, во всем. Это уже область честного, чистого искусства. Но керамикой люди занимаются тысячи лет. И знаний настолько много, что ну, это, когда с огромным знанием сталкиваешься, ты понимаешь, что ты этот торт один не съешь. Это огромная вообще мощь. Первую школу традиционную, которую я посетил в Риштане, в Узбекистане, она работала с 9 века. С 9 века от учителя к ученику передавалось знание, которое до сих пор живет и находится на очень высоком уровне. И когда с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что то, что ты умеешь, то, что ты освоил, ты можешь спокойно передавать для того, чтобы тебе просто было с кем поговорить. Человек всегда хочет, если он верит в свое безумие, он хочет, чтобы другие тоже сошли с ума. Я хочу, чтобы наша Россия могла просто сказать свое слово в этом.
потому что русский человек, он человек талантливый, умный, ему не привыкать наверстывать что-то. Вот, и поэтому я ставлю перед собой задачу, ну, то есть идти за рулем вот этого вот крейсера. Тему гончарной скульптуры я и проникся, я ее, по сути, здесь и двигаю. То есть не просто гончарную форму, а пластику, деформацию, свободу в этом всем. Для человека самое близкое, что у него есть, это он, его семья, вся та жизнь, которая непосредственно рядом с ним происходит. Так как я отец, я хочу жить в своем доме, чтобы мои дети всегда 24/7 находились рядом. Я мог работать, преподавать, создавать свои творческие работы. И чтобы они были рядом, находились в этом, все это видели. Да, я бы не хотел разрывать две вещи, которые я люблю больше всего, это мое дело и мою семью, разрывать их между собой.